Я лучший сыщик газеты, будь в теме. Меня отправили сюда на сверхсерьезное задание. Вот уже 16 лет фестиваль «Талант» проходит в САГГУ. Удивительные люди со всего Сахалина и не только ежегодно приезжают в институт, чтобы показать, на что они способны. Участники фестиваля соревнуются по таким направлениям, как музыкальное, танцевальное, театральное и оригинальный жанр, журналистика и арт-пространство. Моя задача и других журналистов — найти звезду таланта. Необходимо написать материал или найти лучшие кадры для своих фото и видеорепортажей. Это будет сложно. Но меня не просто так зовут Слепой Илюшка. Ведь я вижу то, что недоступно зрячим. Итак, свет, музыка и волнение. Площадка репетиции начинает свою работу. Почему только репетиций? В этом году талант постигли очередные изменения. Теперь вся конкурсная часть пройдет в один день на одной площадке и будет представлять собой почти 10-часовой творческий марафон, разделенный на блоки. А сегодня же проходят финальные репетиции. Минует театральное и музыкальное направление. Очень много интересных выступлений мне удалось заснять. Сделаем маленький перерыв и поищем звезду в направлении арт-пространства, работы которого расположились у входа в концертный зал. Потрясающие работы! Но все это не то. Звезда не должна лежать на поверхности. Мне нужно что-то необычное для данного фестиваля. Может, танцевальное направление сможет удивить. Заглянем за кулисы. Здесь определенно есть что-то интересное. Я не ошибся. Мне удалось найти, что я искал. Вот они. Звезды красные гиганты. Это одно из очередных изменений таланта. Отныне появилась новая категория выступающих, от 51 и старше. Я смог взять интервью у Легковой Татьяны Михайловны, профессионального хореографа, руководителя организации «Сахалинский танцевальный мир», объединяющую творческие танцевальные клубы Сахалинской области. В организации насчитывается около 16 танцевальных клубов городов Южно-Сахалинска, Анива, Долинска, Холмска, Баранайска и Корсакова. Участвует несколько коллективов. Это коллектив Аиша восточного танца, коллектив спортивного бального танца «Дуэт», которым руководит мой супруг, коллектив «Рябинка», коллектив и «Гульдар». Несколько коллективов. «Гульдар» — это коллектив башкирско-татарского танца. Это еще даже не все наши коллективы, но вот приняли участие эти коллективы. Организация сама покупает реквизиты и одежду. Для них самой важной проблемой является аренда помещений. Приходится репетировать в трех разных местах в течение недели. Татьяна Михайловна назвала членов своей организации самым активным электоратом и хотела бы, чтобы к ним присоединялись новые участники. Также она пожелала, чтобы талант оставил новые изменения в возрастной категории на постоянной основе. Пожелаем удачи красным гигантам на выступлении. Вот я и нашел своих звезд на фестивале «Талант». А вы нашли тех, за кого будете болеть? С вами был Слепой Илюшка. Моя работа здесь окончена.